Смотри, если ты ищешь знак, то это он. Я, конечно, не высшая сила, не луч с небес, но во всемирной сети тебе выпадает жетон. И именно этот рейс. Если ты ждал момента для признания, он сейчас. И не вздумай дочитывать до конца. Нет, не настанет удобнее день и час, чем эта секунда, объединяющая сердца. Если ты сомневался и был переполнен волнением, то время пришло. Не бояться, а делать шаг. Ты до сих пор читаешь? Ждешь инструкцию по применению? Делай! Да, это действительно знак. Если ты сомневаешься и вроде идея еще сыра, то вот тебе чуть огня, чтобы подогреть до хрустящей корки. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать никогда, если ты все еще ищешь минусы и отговорки. Да, черт возьми, это огромный знак, тот, о котором ты ежедневно просишь. Если ты все еще это читаешь, то или же ты дурак, или же очень умело под это косишь. Или же ты совсем потерял надежду, веру в себя и усомнился в чуде. Но это действительно знак. Тебе их давали и прежде. Но это уже манифест. И четче навряд ли будет. Все, что сейчас случится, прыжок абсолютной веры. К тебе уже постучался вселенский большой почтальон. Если ты ищешь знак, дочитывай поскорее. Если ты ищешь знак, то это, конечно, он.